Свое 500-летие отметил в начале октября храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мураванка Щучинского района Гродненской области. Что пережил этот храм за века, какие святыни хранит в себе сегодня, как обновился он за последние годы. Об этом мы поговорили с его настоятелем, отцом Олегом Засимом, и приглашаем вас к беседе с ним после краткого обзора событий. Тридцать пять лет назад был образован Белорусский экзархат Русской Православной Церкви и принято решение о возрождении древних Могилевской, Пинской и Полоцкой епархий. Тогда на территории нашей страны существовала лишь одна православная епархия – Минская и Белорусская. Через 3,5 десятилетия Белорусская Православная Церковь объединяет 15 епархий, более 1700 приходов, 7 духовных учебных заведений, 36 монастырей. На территории нашей страны действует около 1900 православных храмов. Белорусская Православная Церковь духовно окормляет своих прихожан, несет молитвенное, просветительское, социальное служение, заботится о нравственном возрастании и сохранении единства белорусского народа. Завершается принесение в города Беларуси мощей преподобной Ефросинии Московской. Святыне уже смогли поклониться тысячи верующих во всех епархиях Белорусской Православной Церкви. В заключительный день пребывания в нашей стране, 13 октября, ковчег с мощами святой будет находиться в Витебске. Тем временем продолжается принесение в города России мощей преподобной Ефросинии Полоцкой, которая продлится до конца октября. Формы и перспективы тюремного служения были рассмотрены на семинаре-совещании в Минске. Сработничество государства и церкви в этой сфере ведется уже на протяжении 25 лет. В исправительных учреждениях Беларуси несут послушание около 70 священнослужителей. Практически в каждом пенитенциарном учреждении, находящемся на территории страны, обустроены храмы или молитвенные комнаты, организованы библиотеки с духовной литературой. С прошлого года при Минском духовном училище для отбывающих наказание впервые начал работу дистанционный образовательный курс «Основы православной веры и христианской нравственности», на котором сегодня проходит обучение около 100 слушателей. В понедельник православные христиане встретят праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В 96-м году он послужил поводом для зарождения в Беларуси еще одной примечательной даты – Дня Матери. А в 2022 году в календаре появился и День Отца. Теперь эти две даты связаны между собой неделей родительской любви, которая посвящена стараниям каждого родителя, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. Сегодня в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мураванка Гродненской области мы встречаемся с его настоятелем иереем Олегом Засимом. Добрый день, отец Олег. Добрый день. 1 октября храм отпраздновал 500 лет. Наверное, один из самых древних храмов на территории нашей страны. А что свидетельствует в нем о таком почтенном возрасте? Наверное, все. Дело в том, что вот эта готика у нас над головой, наверное, единственная в своем роде на территории Беларуси. Есть что-то похожее, но все это отдаленно. А именно у нас она сохранилась в том первозданном виде, как когда-то строилась в именно Западной Европе. Но сам храм православный. Сам храм строился православный, но, к сожалению, из-за унии 1596 года, в 1607 году он уже стал униатским. Вся практически территория, кроме 3 очагов на Полочине, на Случине и на Могилевщине, к сожалению, была униатская. Но наступило время митрополита Иосифа Семашки. Он пока еще не канонизирован, но, по сути, это святой наших дней, будем так говорить. И он подготовил почву для того, чтобы в 1839 году перевести всех оставшихся 1 600 000 униатов именно в православие, вернуть заблудших дочерей и сыновей в лоно православия, что и было сделано. А что стало основанием для такого, ну будем говорить, легкого перехода большого числа униатов обратно в православие? То, что делается насильно, оно ненадолго. Вот короткий ответ, будем так говорить. Причем я помню, что была издана медаль в
честь этого события, где было написано «Отторгнутых насилием соединил любовью». Совершенно верно. Дело в том, что в 1827 году была открыта Жерульская семинария наново, и уже все еще униатских священников готовили именно так, как должны служить православные. И подготовив плеяду блестящих священников, митрополит Иосиф Семашко добровольно, с любовью, в самом деле, как и на этой медали написано, перевел, благодаря вот всем своим усилиям, благодаря усилиям священников, перевел всех униатов, которые здесь на земле белорусской были, именно в лоно православия. И так как он был блестящий богослов, умнейший человек своего времени, все это ему получилось и удалось. И слава Богу, и честь, и похвала ему за это. За 500 лет произошло много всего. А каким еще событием стал свидетелем этот храм? Много событий было. К сожалению, очень много их было связано именно с военными действиями, потому что предыдущий 15 век был очень кровавый. И в связи с этим был на высочайшем уровне принят закон о кастелляции храмов. С тех пор храмы должны строиться именно в качестве оборонным, чтобы в них было все, на чем можно было держать оборону и успешно отражать все натиски противников. Например, наш храм имеет не только башни, на которых по всему периметру винтовой лестницы находятся амбразуры, как стрельчатого боя, так и подошвенного боя. Там есть и мешкули, есть и обычные стрельчатые бойницы. Из них очень удобно было поражать противника на любом расстоянии, как куда-то вдали, так и здесь сразу у башен. В храме никогда не было притвора до 19 века. Он заканчивался сразу входом. Была деревянная дверь в мирное время, но в военное время сверху на цепях из герсы опускалась именно кованая железная дверь на цепях. И все, храм становился с единственной дверью, полностью закупоренным, и невозможно в него было проникнуть врагам. И в башнях именно самые нижние бойницы, они как раз отвечали за поражение тех противников, которые пытались атаковать наши двери таранными ударами или еще как-то. Именно с этих амбразур подошвенного боя можно было очень легко поражать противника в спину или в бок. Также наш храм на всех четырех стенах имеет паттерны, боевые коридоры, где с каждой стороны имелось 8 амбразур, теперь имеется 3. Все остальные замурованы за ненадобностью, остальные остались как для красоты. Они тоже, естественно, были включены в ротацию войск, которые здесь находились, того гарнизона, который в военное время здесь увеличенный, в увеличенном составе находился и отражал противника, ну а также именно для боя. Также у нас находились обширные подземелья, вот вход в одно само подземелье, оно расчищено до амвона, и далее расходится влево-вправо, но там пока еще засыпано, ибо ни археологи, ни историки дальше пока не смеют раскапывать, по той причине у нас очень высокий уровень грунтовых вод в золотарной части, и на это есть очень много веских оснований. И если начнут раскапывать дальше, неизвестно, как грунтовые воды себя поведут. Если пойдут под храм, неизвестно, что с храма будет. А это жемчужина Беларуси, ее надо беречь. Действительно, храм является одним из символов Беларуси, что подтверждается тем, что его изображение появилось и на почтовой марке совсем недавно. Да, совершенно верно. Как это было? 19 числа на праздник Архангела Михаила «Чудо в конях» именно в этот день была освящена наша марка мурованковская, погашена марка, и теперь эта марка может в качестве почтовой корреспонденции быть на любом конверте даже зарубежья. То есть не только в Беларуси, не только в России, но и в дальнем зарубежье наш храм теперь могут видеть на почтовых конвертах, на отправлениях и узнавать все более и более больше о нем. Это очень важно и интересно. Замечательное событие, где присутствовал и владыка наш, и несколько священников было. Также и были и мирские власти. И все прошло замечательно, достойно. А много ли посещает гостей ваш храм? Приезжают, слава богу, и туристы, и паломники. Паломники, к сожалению, меньше приезжают, туристов много. В прошлом году мы получили одну из грамот в Национальном агентстве по туризму. В первую очередь это удалось из-за того, что, на самом деле, посещаемость у нас очень большая. В прошлом году было 13 тысяч, в этом году еще больше. Едут, конечно, и белорусы, как автобусами все приезжают, так и на легковом транспорте. Многие познают, всем мы им рассказываем, нами
организована служба, как вы уже видите, дежурных. Каждый день здесь служат наши бабушки и дедушки нашего прихода, которые всячески помогают, окормляют туристам, рассказывают о нашем храме. А что можно увести из вашего храма на память? Сувенирную продукцию с логотипом нашего храма и мерчем. То есть всегда глядя на кружку, на глечик, на кувшин, на майку, опять же, вот, которую ребеночек может носить, или взрослый папа или мама, например, мы всегда будем вспоминать о нашей жемчужине Беларуси, что есть такое у нас в Беларуси, не надо далеко куда-то ехать, можно опять вернуться, посетить с друзьями, со своими знакомыми, с коллегами. И слава Богу. Отец Олег, вот ваша фамилия, она очень напоминает имя героя Достоевского, старца Зосиму. Нет ли здесь какой-то связи? Ну, герой Достоевского, старец Зосима, имеет свой именно прообраз здесь на земле. Это Амвросий Оптинский. Святой Амвросий Оптинский. Ибо к нему он ездил в свое время, много у него познал, многому чему научился. У меня есть мой духовный наставник, можно так сказать, помощник. Это Зосима Палестинский, святой, который, преподобный Зосима Палестинский, именно он окормлял, к сожалению, мало, но только благодаря ему мы знаем о Марии Египетской. Он ее исповедовал, он ее причастил, и он именно нам донес о ней, о ее жизни, о ее житии. Благодаря ему мы знаем о Марии Египетской и поминаем как его, так и ее в наших церковных службах. Это важно, иметь таких небесных покровителей. А какое-то духовное наставление вы стремитесь преподать вашим гостям? Честно, да. Потому что любого туриста я рассматриваю в первую очередь как прихожанина, который все-таки пришел в наш храм и который, наверное, хочет слово услышать именно о Боге, о церкви. Так бы он никогда в жизни не зашел. У него другие интересы, другие дела. И, наверное, не скоро в храм завернет. А раз тут пришел, значит, можно ему рассказать о многом, в том числе, самое главное, наши чудотворные иконы Божьей Матери. Она перед вами, наша Волченковско-Мурованская икона Божьей Матери, известна с 18 века, и многие люди, в самом деле, сюда приезжают именно поклониться ей, именно попросить у Господа и Пресвятой Божьей Матери заступничество перед какими-то темными силами или просто перед тем, что человек болеет, попросить исцеления. Им многим приходит, о чем свидетельствуют именно те приношения, которые находятся у нашей иконы. И люди слушают это, внимательно слушают. Многие подают записки, молебны подают, мы это тоже служим. И, слава Богу, задают вопросы. А это уже много значит. Раз задают вопросы, значит, уже интересуются. По всем вопросам стараемся все рассказать досконально, именно как можно полнее, чтобы человек притекал, понимал и приобщался именно к церковной жизни, потому что без церкви, без Бога нам не жить. Самое главное предназначение здесь у нас на земле – это покаяние, метаноя, изменение себя и причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Потому что вы покаяние и причастие – это наша жизнь. Все остальное второстепенно, поверьте. И как воспринимают? Хорошо воспринимают. Многие даже плачут. Что бы вы, отец Олег, хотели пожелать нашим зрителям? Да то же самое, что и всем я желаю. Как можно чаще исповедовать свои грехи и причащаться. Потому что живем мы здесь все равно краткий миг из вечности. Царство Небесное, призываю всех людей, здесь очистившись, именно туда. Потому что все остальное, там, где нет Бога, это не наше. Помогай нам в этом Господь, помогай в этом Пресвятая Божия Матерь по нашим молитвам, по нашим чаяниям, чтобы все у нас получилось так, как Господь бы хотел, как Ему это угодно, а нам полезно для спасения нашей души. Благодарим вас, отец Олег, за эту встречу и за ваше слово. Спасибо, Господь.